Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Звезду сериала «Моя прекрасная няня» давно не видели в реабилитационном центре. Анастасия Заворотнюк перестала посещать процедуры и плавать в бассейне клиники на Рублевке. Об этом рассказала сиделка одной из пациенток, чья палата была рядом с комнатой актрисы. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати, либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем, но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала, а теперь пропала, сообщила женщина телеграм-каналу Немалахов. Ранее уже появлялась информация о том, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из клиники, потому что врачи больше не видят смысла в ее лечении. Однако родственники актрисы никак не прокомментировали эту новость. После этого появилась информация, что Анастасию Заворотнюк вместе с Петром Чернышовым застали на курорте в Таиланде. Впрочем, знакомый семьи знаменитости рассказал, что в тот же день фигуриста с дочерью жены Анной видели в храме, расположенном недалеко от их дома в поселке Крёкшино. Они набрали святой воды. Близкие не раскрывают детали болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Они лишь подтвердили, что она больна. По некоторым данным, у актрисы, которая якобы борется с раком мозга, парализована часть тела. Какой именно диагноз у артистки, неизвестно до сих пор. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!